Сегодня мы с вами разберем тему коэффициент. Итак, рассмотрим с вами первый пример. 3 умножить на скобку минус 7k и умножить на 4p. В условии говорится, упростите выражение и подчеркните коэффициент. Итак, для того, чтобы выражение упростить, мы сначала обращаем внимание на знак. У нас знак минус. Ставим знак минус. Он тут один. 3×7 – 21. И умножить на 4 будет 84. И записываем буквы. К и П. В нашем случае коэффициентом будет являться число, которое стоит перед переменными, то есть минус 84. Рассмотрим пример побольше. 8/15 а умножить на минус 2,1 и умножить на минус 1,1 б. Значит, для начала нам нужно упростить, и только после этого нам нужно выписать коэффициент. Итак, минус на минус у нас с вами дает плюс, поэтому на знак мы здесь внимания не обращаем. 8/15 переписываем, а далее переводим в неправильную дробь. Давайте вспомним, как это делается. 2 умножить на 2 – 4, и плюс 1 будет 5, и пишем пятерку в числитель, а двойку в знаменатель. 2×1 – 2, и плюс 1 – 3, 3 вторых. И буквы в порядке алфавита – А, Б. Далее мы начинаем с вами сокращать. 15 делится на 3. Сюда 1, сюда 5. Ну, пятерки можно вообще сократить. Далее начинаем сокращать восьмерку. Восьмерка делится на 2. Это 4. И четверка делится на 2. Это 2. Итого ответ 2АБ. Двойку мы с вами подчеркнем. Двойка и будет являться коэффициентом. Где это нужно? Это нужно при решении уравнения. Ну, давайте разберем простейшее уравнение. Минус 0,2х умножить на минус 4 равняется минус 0,8. Для начала мы с вами обратим внимание на то, что нам надо упростить выражение. Минус на минус дает плюс. 0,2 умножить на 4 будет 0,8х. Далее мы с вами обращаем внимание, что у нас с этой стороны стоит минус 0,8. Отсюда х равен минус 0,8 делим на 0,8. Мы знаем, что нужно переместить запятую на один знак. Значит, х равен минус 0,8 поделить на 8. Х равен. Знак в ответе минус. 0 на 8 не делится. Пишем 0. 8 поделить на 8 – 1. Кому трудно выполнять таким образом деление, можно выполнить деление в столбик. Либо деление в обычных дробях. Как выполнять деление в столбик? 0,8 – поделить на 8. 0 на 8 не делится. Пишем 0. 0 на 8 – это 0.
ставим запятую, остается восьмерочка, берем по одному, отнимаем 8. Итого 0. Спасибо за внимание.